Всем доброго времени суток, с вами я, Остап Бендер, и сегодня я попытаюсь выкрутить Honey Badger. На это у меня есть 3000, ну грубо говоря, 300 кредитов. Попробуем, получится ли мне его выбить или нет. Ну, Honey Badger на один день уже есть. Конечно, на один день есть плоховато, хотелось бы навсегда его выбить. Так, ну-ка. На час. Просто вот мне интересно, возможно ли его выбить с 3000 кредитов навсегда или нет. Честно говоря, тут такой рандом, что, мягко говоря, не очень даже уж и понятно. Если кто не понял, нахожусь я на сервере ПТС, так сказать, на основе. Я пока крутить ничего не буду, это отдельная история. Если на 3 часа, на час, как только вижу, что выпадает сразу Honey Badger, и то, что не навсегда, сразу думаю, вот хрень. И ведь специально же сделали такую лажу, так сказать, чтобы, мягко говоря, крутили еще, играли временно, понимали, что пушка неплохая, и крутили еще. Конечно, будет прикольно, если тут еще золотая упадет версия, но я думаю, золотой версии мне не видать. Как своих ушей попробую 3 коробочки сейчас, там вроде есть какая-то тактика, мне советовали 3 и 5. Нет, 3 скина. Что-то она не работает, ладно, так, ну-ка. И GS 9 миллиметров и эти 4-лазые скины. Так, еще 3 коробки. Да, но на 3 часа. А толку-то от него на 3 часа? Так, только в зубах поковыряться. На час, да что ж ты будешь делать? Хотя ладно, мне как-то все равно. Ну не выбью я и не выбью этот Honey Badger. У меня все равно есть там 5 скинов. Круто. Да, вот последние 3 коробки. Как вы думаете, будет ли тут Honey Badger? Да, 3 часа. Я уж думал, ни хрена не будет. Да. В принципе, что хочу сказать. Пушка довольно интересная. А крутить ее или нет, это ваше мнение. Ну а с вами был я, Остап Бендер. Как видите, у меня не получилось ее выбить с 3000 кредитов. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока, братюни.